Министры иностранных дел стран ЕС встретились в Киеве с лидерами оппозиции, теряющими контроль над ситуацией на Украине. Перед экстренным заседанием в Брюсселе европейцы заявляют о необходимости введения против виновников происходящего все более жестких мер. Мы видели эти ужасающие фотографии из Киева, которые свидетельствуют о самом масштабном использовании силы в Европе за последнее время. Это вызывает огромную тревогу. Это необходимо остановить. Мы пытаемся понять, как это можно сделать, но мы реалисты, и никаких иллюзий относительно того, что кто-то извне может решить проблему, у нас нет. Сейчас есть лишь один положительный момент. Власти страны и оппозиция пытаются договориться, но, увы, пока безуспешно. Мы хорошо понимаем, что этот визит проходит в очень трудное для Украины время. Мы, конечно, не уверены, что сможем добиться здесь успеха, но то, что мы видели в последнее время, дает нам право всеми силами и средствами, буквально не оставляя камня на камне, пытаться прекратить насилие. Необходимо вернуться в правовое русло. Будущее Украины можно найти только здесь, на Украине. Но оно не найдется через насилие на улицах. Мы пытаемся убедить в этом все стороны конфликта.